Всегда думала, что печь пасхи – это сложно. На самом деле это невероятно просто. Свои, домашние, воздушные, конечно, самые вкусные. Смотрите. Готовим опару. Теплое молоко, мука, сахар, дрожжи – все перемешиваем и оставляем на 20 минут. Готовим тесто. Желтки, опара, сахар, просеянная мука. Замешиваем, можно замешивать руками. Добавляем мягкое сливочное масло, замешиваем, ставим на поднятие. После того, как тесто поднялось, добавляем изюм, перемешиваем, руки смазываем растительным маслом, перекладываем тесто в форму и даем постоять 1,5-2 часа, чтобы оно поднялось. Затем просто выпекаем и получаем воздушную пасху. Как сделать такую перламутровую глазурь, пропишу в описании. Дайте паскам остыть не в духовке, бумага отлично снимается, ничего не прилипает. Затем украшаем по желанию. Можно живыми цветами, можно ягодами. Обязательно порадуйте свою семью домашней выпечкой.